Отпугнуть, чтобы она ушла, как лежала на пороге. И потом зашел в магазин, купил продукт, и она опять лежит. Я опять пытался ее отпугнуть, и после чего достал пионер и выстрелил в область. Посмотрел, что нет никого рядом, ни пожилых, ни детей, что все будет нормально, никто не испугается, ни у кого не будет там приступов сердечных и все такое прочее. И выстрелил в область асфальта и нечаянно попал по морде.